Да, я кайфую. Мы кричим «Ура, Ленин, оп!» Да, такая возможность была. Урфу платит мне одеждой. Это было очень круто, очень душевно. Мне очень понравилось. Привет, меня зовут Даша. Я учусь в Уральском гуманитарном институте. Телеведущая, телевидение. Привет, меня зовут Паша Любушкин. Я учусь в Уральском федеральном университете в энергетическом институте на специальности атомные станции. Меня зовут Серафима Корюкова. Я учусь в самом большом институте УРФУ, Уральском гуманитарном институте, на третьем курсе факультета журналистики. Меня зовут Алена. Я учусь в Уральском гуманитарном институте на третьем курсе факультет международные отношения. Получают учебу колоссальное удовольствие. Это не только учебная жизнь, но и внеучебная, где я черпаю для себя не только эмоции, но и новые знакомства. Мне очень нравится учиться на журфаке. Я мечтала поступить на журфак с 7 класса. Я ни чуточку не пожалела, что выбрала именно журфак, именно в Екатеринбурге, именно в УРФУ. Учеба интересная. Для меня это все равно все новое. Не могу сказать, что учеба прям такая простая. Я являюсь председателем Союза студентов вот, института, в котором учусь. Занимаюсь созданием различных мероприятий, проектов в университете. Сам активное участие принимаю в разных проектах. Работаю в медиа-центре. На первом курсе я попала в студенческий медиа-центр. И с июня я уже вошла в состав взрослого медиа-центра. Внеучебная жизнь в УРФУ – это реально возможность найти себя там, от занятий журналистикой до там, игр на компьютере. Я знаю, там у нас есть команда по киберспорту, например. Я, когда пришла на первый курс, я удивилась на ярмарке возможностей, увидев, сколько реально организаций. Ну, ты вот знаешь, есть крупные организации, Союз студентов, медиа-центр, но у нас есть еще очень много организаций. Ты приходишь в восторг от того, сколько их. Вкратце, с первого курса я приняла участие в дебюте первокурса. Жаль, правда, не участвовала в балах, которые организует университет, но я думаю, что еще все впереди. Потом поучаствовала в бенефисе, а теперь я являюсь частью Союза студентов Уральского гуманитарного института, и мы организуем и делаем мероприятия для ребят спортивного характера. То есть все, что касается спорта, это все к нам. Например, я участвовала в хоровод, который был посвящен столетию УРФУ. Также челлендж был от УРФУ. Конечно, старались команды и, к сожалению, ничего не заняли, но эмоции были вообще классные. День первый, то есть начало и конец студенческой жизни. И тот праздник – это яркое большое событие. Мне, конечно, больше нравится выпускной, потому что он всегда сопровождается такими неподдельными эмоциями выпускников, которые прошли огромный путь своей студенческой жизни и подошли вот к этому рубежу, когда они кайфуют все вместе, когда Союз студентов, организовывая для них вот этот праздник, приглашает какую-нибудь звезду, которая выступает, заряжает всех своим позитивом, эмоциями. И это, на самом деле, очень круто. Мое любимое мероприятие, я всегда это говорю, это тест-драйв. Тест-драйв. Если бы я в свои школьные годы знала бы об этом проекте, то я бы наверняка в нем участвовала прям 100% и выжимала бы максимум. Студент года. Это реально просто респект всем, кто организовал это мероприятие. Это возможность себя почувствовать в сказке. Сама церемония, это, конечно, просто незабываемо. И ты вообще на миг забываешь, что ты вообще учишься в университете. И в такую роскошь попадаешь. Чтобы не сидеть дома. Для меня съемки в таком проекте – это не только помощь ребятам в своеобразном путешествии по Уральскому федеральному университету, но и некоторая работа над собой в определенных аспектах жизни. Хотелось вот сделать какой-то вклад в историю университета, вот тем самым как раз принять участие в съемке этого сериала и помогать другим, тем, кто еще не является частью нашего университета, поступить сюда, познакомиться с ним вот, и узнать побольше о нем, еще не будучи студентом. Потому что мне очень нравится взаимодействовать с абитуриентами и рассказывать им о том, как классно учиться в УРФУ. Я считаю, что этот сериал – это возможность, пусть вот так вот, через онлайн-формат, но рассказать ребятам о том, как классно у нас в УРФУ. Ну, я бы сказал им, что УРФУ – это круто! Сказал и показал. Все. Приходите. Что бы я сказала абитуриентам? Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. И вот как раз-таки УРФУ – это и есть та зажженная звезда, которая ярко-ярко сияет и которую нужно взять.
Университет — это поле твоего развития. Я бы сказала, что это место, которое изменит их жизнь.